Доброго здоровья, подписчики моего канала, зрители моего канала «Честный обзор». Сегодня у нас рыбацкая тема. Значит, закончился уже сезон по ставкам. Вот, на речке как бы уже рыба с половинкой ловится. И сейчас я решил к не зиме, а туда уже к новому сезону заказать на флагмане прикормки. У них сейчас там идут к Новому году акции, скидки. Вот, заказал себе на следующий сезон, значит, всевозможные прикормки. Сейчас сделаем распаковочку, посмотрим, что нам приехало. Так, вот накладная от флагмана. То, что нам приехало. Взял я, значит, вот такой карп эксперт. Очень мне понравилась эта прикормка. Я в том году у них набирал. Хорошая. Вот, значит, карп эксперт взял, килограммовая. Взял, значит, выпустили они новую флагман про. Экс, вот, лещ корица взял. Взял, значит, у них я фидер анис. Вот такая. Здесь более мелкая фракция, более мелкий помол. Вот с запахом корицы. Здесь помол тоже такой же помольчик, но только она желтого цвета. Так, значит, взял я у них, есть серия Gold, золотая серия. У них сейчас там хорошая скидка на нее. Вот. Вот такую вот прикормочку взял. Тоже мелкий помол. Очень тоже хорошая. Значит, взял у них River серия. Вот шоколад. Вот такую вот прикормочку взял. Значит, по Carp Pro. По Carp Pro я еще взял вот такого вот. Вот такую вот прикормку, она тоже вот отличается немножко. Вот. Дальше, значит, у них еще что есть? Золотую серию, вот тоже Super River я взял. Вот. И взял еще у них есть бюджетная, тоже недорогая прикормка. Это вот такая Feeder Pro. Вот, значит, тоже разная. Вот черная Black, тоже Silver по холодной воде. Вот такую взял прикормочку. Взял у них на карася. Вот такая вот светлая прикормочка. Вот, значит, взял у них Big Fish темную прикормку. Вот такого вот плана. И еще вот взял Pro Feeder. Темная прикормка такая с хорошим ароматом. Я весь сезон отловился на этой прикормке. Вот, прикормка мне очень понравилась. Но когда надо было хороший объем, я еще домешивал другую прикормочку. Сейчас мне придет посылка. Вот, G-стримовская эта прикормка. Я тоже сделаю по ней обзорчик и посмотрим. Значит, вот этот весь объем прикормки, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пачек. 11 пачек мне вышло на 190 гривен. Это, в принципе, нормальная, адекватная цена. Вот, не надо ничего дома варить, домешивать. У них сейчас очень-очень хорошие скидки. Вот, где... И поэтому, кто заинтересовался, заходите, смотрите, почем у них, покупайте, и будет вам добро. Спасибо большое за то, что смотрите мой канал. Всем до новых встреч!